Ничто так не украшает чемпионат мира по футболу, как забитые голы. За всю историю Мундиалей было забито более 2000 мячей. И пока на стадионах России бушуют футбольные страсти, предлагаем вам вспомнить 5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Замыкает пятерку легендарный бразилец Пеле. Король футбола провел 14 матчей на 4 чемпионатах мира и забил в них 12 голов. Кроме того, 3 из этих мундиалей бразилец выиграл, и такое достижение еще не покорялось ни одному футболисту. Примечательно, что дебютировал Пеле в матче против сборной СССР в 17-летнем возрасте, но отличиться в той игре так и не сумел. Жюз Фонтен, пожалуй, самый удивительный игрок среди представленных. Француз участвовал лишь на одном чемпионате мира, но сумел наколотить аж 13 голов в 6 матчах. К сожалению, в полуфинале турнира французы столкнулись с неостановимыми Пеле и компанией. Франции пришлось довольствоваться матчем за бронзу против сборной ФРГ, в котором покер Фонтена принес победу французам. До наступления эпохи Месси и Роналду Герд Мюллер оставался самым результативным нападающим 5 ведущих европейских лиг. Не отмалчивался немец и на уровне сборных. За 2 чемпионата мира в 13 матчах Мюллер отличился аж 14 раз. А в 1974 году его 4 гола помогли сборной ФРГ выиграть домашний мундиаль. За свою карьеру Роналду получил множество индивидуальных наград, в том числе и 2 золотых мяча. Однако несколько тяжелых травм так и не дали ему полноценно реализовать свой талант. Несмотря на это, Роналду стал одним из немногих игроков, которые приняли участие сразу в 4 чемпионатах мира. При этом стоит отметить, что на чемпионате мира 1994 года он числился только в заявке, не сыграв ни единой минуты. Всего Роналду забил 15 мячей в 19 играх. Бразилец выиграл Мундиаль 2002 года и взял серебро Мундиаля 1998 года, где Зидан и компания оказались сильнее кудесников мяча. А лучшим бомбардиром чемпионатов мира является немец Мирослав Клозе. Форвард принял участие в 4 турнирах, где в 24 играх забил 16 мячей. На каждом из этих чемпионатов мира Германия брала медали, а Клозе находился в числе лучших бомбардиров турнира. Исключением стал Мундиаль 2014 года в Бразилии, когда Клозе забил 2 мяча, но зато помог своей сборной завоевать золото турнира. Спасибо за внимание, друзья. С вами был канал Dinaxa Sport.